Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Подписывайтесь, если вы здесь впервые. А в этом видео я вам покажу еще один вариант зимних ногтей. Итак, покрываем ногти плотным белым гель-лаком. Сушим в лампе. Теперь будем использовать кошачий глаз красного цвета. И рисуем сапожок или носок. При помощи красного цвета. Сушим в лампе и наносим матовый закрепитель. Теперь выполняем прорисовку при помощи белой гель-краски. Посыпаем пудрой . Сушим в лампе и убираем остатки . И теперь добавляем немножко точек и звездочек . Приступаем ко второму дизайну. Наносим на 1/3 белый цвет, сушим. Затем примерно 2/3 ногтя у нас будет занимать черная подложка, которую также мы просушим в лампе. И сверху покрываем красным кошачьим глазом. Подставляем магнит. Теперь будем использовать фольгированные золотые полоски. Приклеиваем широкую. И тонкую. Как следует ее присоединяем и наносим матовый закрепитель. Теперь белой гель-краской рисуем орнамент. Можно использовать этот же белый гель-лак.
и посыпаем пудрой. Сушим в лампе. Остатки смахиваем при помощи щетки. И добавляем вот такие красные пуговицы. После просушки ставим топ без липкого слоя, только на пуговки. Приступаем к следующему дизайну. Наносим подложку на весь ноготь. Наносим красный кошачий глаз. Намагничиваем его. И закрепляем матовым топом. Теперь нарисуем усы. И в заключение нарисуем оленя. При помощи дотса ставим большую белую точку и начинаем ее удлинять в овал. We'll be right back.
замечательные зимние дизайны. Благодарю вас за просмотр, подписывайтесь на мой канал и до новых встреч в следующем видео.